Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по местам, связанным с жизнью и творчеством музыкального гения 20 века Дмитрия Шостаковича. Шостакович написал всего лишь две оперы. Первая опера «Нос» по повести Николая Васильевича Гоголя, и вторая – это «Леди Магнуценского уезда» по повести другого русского писателя Николая Лескова. Когда началась война, Шостакович находился в Ленинграде и работал профессором в консерватории, а также служил в добровольной пожарной дружине, тушил зажигательные бомбы на крыше консерватории. И именно в это время, во время этих дежурств, создавалась Седьмая симфония. Не могу играть собачий вальс на рояле, на котором играл Шостакович. Некоторые клавиши неудобно нажимаются, из-за этого некоторые ноты пропадают. Но все равно музыка есть. Мы совершили путешествие по петербургским маршрутам великого русского композитора 20 века Дмитрия Шостаковича. Увидимся с вами в новом выпуске.